На протяжении последних двух недель в Приморском крае стояла жаркая сухая погода. Начало августа принесет в край понижение температуры и дожди. В конце прошлой недели выдвигались предположения о выходе тайфуна на территорию Приморского края. Но пока что синоптики рекомендуют не паниковать раньше времени и следить за прогнозом погоды. Про тайфун и его влияние на погоду края пока говорить преждевременно. Он еще не зародился, поэтому расчеты прогностических моделей различные. И до выхода тайфуна, если оно и будет, еще времени предостаточно. Просто нужно следить за прогнозами. А пока все дожди, которые в крае ожидаются, они будут вызваны атмосферными фронтами. Пока что жители и гостей Владивостока просят воздержаться на время циклона от отдыха на прибрежных территориях. Екатерина Зверева, Настасья Лихман, новости на восьмом.